Всем привет! Сегодня очередной день на Пхукете. Мы продолжаем знакомиться с проектами. Сейчас мы находимся на пляже Корон. И сегодня говорим о проекте Encore. Комплекс очень крутой, находится на уровне 65 метров над морем. Красивые виды из каждой квартиры здесь гарантированы. Офис продаж за моей спиной. Погнали знакомиться с этим проектом. Этот проект строит компания Chelong Concrete, тайская фирма с 99 года занимается строительством. Они не просто застройщик, они еще и подрядчик, то есть они никому не переплачивают, а свои проекты строят самостоятельно. Также они выступали как генподрядчик для крупных заказчиков. На Пхукете они построили торговый центр Jan Ceylon, Central Festival. Также они построили здесь Big C, City Road Hospital. Ну, в общем, к ним обращаются очень крупные государственные заказчики. Encore – это 8-й проект от этих ребят на Пхукете. Итак, территория проекта огромная, это практически 10 раев земли. Но, несмотря на такие масштабы, здесь всего будет 306 квартир. Здесь 5 зданий. Но вот эти два, которые находятся в нижней части проекта, они не продаются, это будет отель. Мы сегодня говорим о жилых апартаментах, они расположены в здании А, Б и С. По инфраструктуре, парковка вынесена отдельно, она находится здесь, в правой части проекта, здесь 4 этажа, крытые парковки. От парковки ходит шаттл-бас, то есть это бесплатный трансфер для жильцов. Приехали, запарковали свою машину, либо вас привезло такси, высадили здесь, сели на шаттл-бас и вас довезли до вашего дома. Этот сервис работает круглосуточно. Также есть трансфер для жильцов до первой береговой линии, то есть до пляжа Корон. По прямой, если смотреть, то до Корона здесь 500 метров, если идти пешком 750. Но все равно есть бесплатный трансфер. В левой части проекта находится клубный дом. Там детская зона, тренажерный зал, сауна и также там есть мини-маркет. Опять же, если вы сходили в магазин, купили что-то покушать, можно воспользоваться шаттл-басом и вас с пакетами, с покупками довезут опять же до вашего корпуса. По инфраструктуре также в каждом здании есть бассейн на первом этаже. Более того, есть квартиры со своим личным бассейном и опять же с выходом в общий. На крышах тропические площадки с озеленением и смотровые. То есть можно подняться вечером и посмотреть шикарные виды Корона, посмотреть на закат. Площадки открыты для всех жильцов без исключения. Квартиры в Encore начинаются от 30 квадратных метров до 160. Здесь нет студий, но есть только одна, двух- и трехспальная квартира. Самые маленькие квартиры расположены в обратной части здания, и у них будет вид на зеленую зону и на горы. Квартиры, которые расположены в передней, у них у всех будет прямой вид на море. И здесь квартиры идут от 47 до 160. То есть все большие апартаменты находятся во фронтальной части здания. За счет того, что проект сделан каскадом, то есть как будто лесенкой, даже с первого этажа идет прямой вид на море. Этот проект начинает свое строительство в октябре этого года, но будет завершен в ноябре 2020. Мы сейчас находимся в офисе, и он расположен примерно вот здесь. То есть это центральное здание, 5-й этаж. Это, наверное, один из самых эффектных шоурумов, в которых я был. Здесь потрясающий вид. Отсюда видно, сколько расстояния до Корона, и сразу есть понимание четкое, какие виды будут из вашей квартиры. Территория, которая находится за моей спиной, вот эти два здания полукруглых, это отель Hilton. Вообще на Короне много хороших отелей. Это пятизвездочные сети, такие как Центара, Мувенпик, Таворн, ну и Hilton. То есть здесь неплохое соседство. Вся эта зеленая зона, она принадлежит Hilton отелю, поэтому здесь какого-то строительства не будет. У всех квартир будет прямой вид на море. Это пример односпальной квартиры. Здесь 47 квадратных метров. Такие расположены во фронтальной части здания и с прямым видом на море. Здесь у нас шкаф. Небольшое рабочее место. Не совсем обычное решение. Идет стеклянная стена. Отсюда видно гостиную, но зато, если просыпаешься, сразу видно море. Очень красивый вид. Тут у нас что за дверь такая? Я первый раз вижу такое решение, чтобы обычная дверь была вместе со слайдинговой. На стенах здесь картины висят в стиле Христофора Колумба. Везде какие-то компасы, карты морские. Необычно выглядит.
И опять же, необычный вариант отделки здесь идет под камень. То есть я такого ни разу в Паттайе и на Пхукете не видел. Не совсем стандартный вариант. Но выглядит стильно, тем не менее. И еще, по мне, так это грамотное решение. Обычно делают кухню на входе, особенно если это небольшая квартира, если это студия, либо one bedroom, 35 квадратов. Часто делают это в прихожке. Здесь кухня находится в гостиной, и ну, это смотрится очень гармонично. Более того, можно готовить, и здесь идет прямой вид на море. Мне нравится, определенно нравится этот проект. Балкон небольшой, но более чем достаточно. Здесь можно поставить мягкую мебель. Люди часто любят ставить сюда столики, плетеные стулья для того, чтобы просто по утрам пить кофе. Вид вы сами видите. И, кстати, у этого проекта один и тот же дизайнер с резортом Кимала. Это отель, который находится на пляже Камала. Это довольно известное место на Пхукете. Недешевый отель и очень красивый. Поэтому видна рука мастера. Если говорить о ценах, то выглядит все следующим образом. Квартира бронируется депозитом в 200 тысяч, а все остальные 100% разбиваются до завершения строительства. Стандартно платежный план привязывается к этапам стройки, но опять же застройщик всегда идет навстречу клиенту, и с каждым клиентом мы оговариваем график индивидуально. Самая недорогая квартира на сегодняшний день в Энкоре – это 3 миллиона 800 тысяч бат, но эта квартира будет с обратным видом на зеленую зону и на горы. Конкретно такая квартира в 47 квадратов с прямым видом на Корон – около 6 миллионов бат. Ну что, проект лично мне понравился, и интересный вариант, и очень клевое местоположение. Мне нравится отдыхать на Короне, потому что рядышком Патонг и очень красивый пляж. Более того, здесь высокие волны, в общем, все как я люблю. Ну что, мы спустились на пляж, это Корон, довольно популярное место, известное, наверное, каждому туристу, который приезжал на Пхукет. Что с точки зрения проживания или отдыха, пляж потрясающий. Песок здесь чистый, в зимнюю часть года здесь море очень спокойно, но летом сейчас идет сезон такой с большими волнами. Вот, по местоположению еще хотелось бы сказать, что до Патонга здесь минут 15 на автомобиле, но все магазины, рестораны, аптеки, прачечные, все это есть на Короне в изобилии, поэтому можно даже обойтись и без своего собственного транспорта. Вот, на сегодняшний день у нас все. Энкор – отличный проект с шикарным местоположением и с хорошей ценовой политикой. За односпальную квартиру на Пхукете это более чем адекватная цена, плюс рассрочка, то есть практически у нас еще есть полтора года. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки, следить за обновлениями на YouTube-канале и на сайте. Пока!